Не только интересно и увлекательно, но и полезно. Именно такую характеристику можно дать подобной форме работы правоохранителей с представителями подрастающего поколения Брещины. Молодость – это нескончаемая энергия, потребность в новых знаниях и стремление знать все и обо всем. Будущее в руках молодежи, а потому диалог молодежи со стражами порядка остается актуальным всегда. Такие мероприятия надо организовывать, потому что ну, молодежь узнает больше об этом, и им хочется стремиться стать работать в правоохранительных разных службах. И это вообще надо, чтобы знать об этом. Потому что, ну, вот идешь так по улице, идет служащий, ну, милиционер, и ты не понимаешь, зачем он, что он делает. А если вот хочешь такие мероприятия, ты знаешь, что они делают, ты понимаешь серьезность этой профессии. Рассказать о той структуре, которая на протяжении 100 лет денно и ночно охраняет имущество и покой людей. Главная цель, которую поставили перед собой организаторы мероприятия. На встрече школьникам была рассказана краткая история белорусской милиции, продемонстрированы экспонаты выставки «Служим закону, народу, отечеству». А тех ребят, которые в будущем планируют связать свою жизнь с работой в правах хранительных органах, ожидал особенный сюрприз – полезный диалог с официальным представителем УВД Брестского облсполкома подполковником милиции Сергеем Дученко. Расскажем о специфике работы сотрудников милиции. Мы представляем сегодня не только департамент охраны, мы сегодня представляем и сотрудников ОМОН, сотрудников криминальной милиции, участкового инспектора, то есть те, которые непосредственно общаются с нашими гражданами и которые обеспечивают их безопасность. Сегодня действительно это впервые мы услышим наших граждан, ответим на их вопросы и покажем те секреты, с которыми, к счастью, мы боремся с преступностью. И доведем им ту информацию, которая будет им полезна. Ребята, которые заканчивают учебное заведение, они сейчас еще выбирают свою будущую профессию. И кадеты в большинстве случаев выбирают службу в органах внутренних дел. Для нас это очень важно. Эти люди, которые придут на смену нам и будут охранять спокойствие наших граждан. Мы знакомим школьников, которые стоят на пороге выбора профессии, с профессиями мира права. И сегодня ребята узнают о специфике работы полиграфолога, бойца ОМОНа, сотрудника департамента охраны, участкового милиционера, смогут задать вопросы этим специалистам, в общем-то, профессионалам своего дела. Мероприятие прошло в рамках совместного проекта областной библиотеки и правоохранителей Брещины. Кроме всего прочего, гости встречи узнали о работе участкового инспектора, полиграфолога, группы задержания со служебной собакой и бойцами ОМОНа.